случилось в нашем районе. Денег нету, я работаю на цветотроне. Куда бы ни закинула меня житуха, даю 400%, это замануха. Ковровы помню, где меня бобиной привалило. Больницу городскую тоже перечили мило. Потом в троллейбус и все запорола медкомиссия. Сапогами я месил резину. Санта-Бремор, вонючая сардина. После смены поводки украл брикет селедки. Короче, по статье, вот я на водопроводке. Плавный переход на метлу, макулатура стеклота. Что-то начало покалывать в левом боку. Нагрузка на ось, панда руки, ноги врозь. Видимо, с карьеры что-то у меня не удалось. Но я, сука, падла говно. Это продолжается уже давно. Работа есть.